Всем привет! Сегодня готовлю мои любимые драники с хрустящей корочкой, но мягкие внутри. Не буду много говорить, приступим! Для драников необходимо взять очищенный сырой картофель, большую луковицу, сырое яйцо, сушеный чеснок по желанию, крахмал картофельный либо же кукурузный, черный молотый перец и соль по вкусу. Также понадобится терка или блендер с насадкой для драников. Я воспользуюсь именно им. Если вы будете использовать терку, то советую сперва натереть лук и только потом картофель. Так он не потемнеет. Когда все будет готово, лишнюю жидкость сливаем и добавляем остальные ингредиенты. На сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем драники со всех сторон под закрытой крышкой на среднем огне. Перед тем, как снимать драники со сковороды, переверните их на другую сторону на несколько секунд, чтобы схватилась корочка. Так они будут хрустящими. Драники готовы. Сделаем к ним соус. Сметану, майонез и чеснок смешиваем вместе. Вот и все. Готово? Можно накрывать на стол. Так как я обожаю драники со сладким травяным чаем, заварю себе чашечку. Возьму, пожалуй, самый зажаристый и самый хрустящий драник. А с соусом это очень вкусно. Вот такие мягкие внутри и хрустящие снаружи получаются. Приготовьте их и не пожалеете. Приятного аппетита!